вами снова Эко. Я сейчас нахожусь на перекрестке. Слева от меня это улица Виа Чезаре Батисти. Эта улица ведет к центру. На улице расположен интересный, хороший салон красоты, парикмахерская. Также есть, если вам понадобится срочно, зубной врач, очень хороший дентист. Магазин с питомцами. С питомцами, это я имею в виду, с всякими щенками, котятами, зверушками, которые продают здесь. И также всякие аксессуары для них. На углу магазин обуви. Здесь спрятана одна из исторических церквей. И справа от меня мы видим площадь вместе с залом суда Милана. Здесь вы видите фотографию. Это два судьи, которые были убиты мафией много-много лет назад. Называется Палаццо ди Джустиция. Он размещен на, вот от меня с правой стороны, на Корсо Порто Витторио. Корсо Порто Витторио соединяет Ларго Агусто с площадью Чинкве Джорнате. Чинкве Джорнате – это 5 дней. Так что до скорых встреч. Пока-пока.